Всем привет, ребят. Ну что, решил я сегодня устроить у себя на аккаунте трэш, посливать немножко самики, но а с вас, конечно же, лайки. Решил я, что-то мне захотелось получить 10-е исцеление, посмотреть на коллекционера на английском сервере. Для чего, вы, думаю, увидите попозже. В принципе, довольно-таки неплохой коллекционер. Я показывал, можно за... И за фобушку можно плюхи получить, и за ББшку. Но у меня вот самая главная цель, вот эта вот эмблемка. Сейчас я гляну. У меня, по-моему, нету на героях исцеления. Я даже не ставил, не качал. Воодушки там всякие, исцеления я не брал. Ну, решил заодно посмотреть и сделать, ну, дропчик выходных последнего дня месяца, смотреть, как будет сейчас падать. Не, нету у меня здесь ничего такого, нет. В общем, поехали, поехали сливать самые акции. Вроде сегодня так и не обновили, что у них пятница не задалась вчера походу. Так, окей, поехали. Не знаю, что они там делали, но на многих серваках довольно-таки, кстати, частое явление, что нету у нас половины акций. Так, ну поехали. Я не смотрел, сколько там, 420 вроде бы, ой, 920 точнее. Warlock Snow. Наша цель — это ПБшка, самое основное. Ну, можно и фобу получить, сердцеедка, Индикейн. Заодно и посмотрим, как сыпят лиги. Ну, лиги вроде падают. Рэндомчик, давай. Давай, жги. Нифига не хочет. Видите? Чемпион, другие. Трикси. Ну, шамана, ребята. Шамана мы уже затащили. Самый главный приз у нас есть. Интересно, сколько самоцветов уйдет, чтобы вытащить ПБшку. Помните. Валька. Рибит. Друид Суккуб. Ну, самые имба-герои падают. Оркс Бейн. Давай, рандомчик. Оу, щит, Фобос, ребятушки. О май гад, мы словили его. Мы словили его. Да ты что, у нас даже скин на Барда сейчас будет. Я его специально не забирал. 8.15, мы уже 30к слили, а мы еще вот не собрали до сих пор. Самый низ, фея и ПБшка. Самое основное, что нам надо, ради чего я решил ролить, это получить ПБшку. Мне его не хватает на аккаунте. Мы... Многие улыбнулись. На том аккаунте не хватает какого-то героя. Такс. Давай, рандомчик. Ну, Санта Бум. Где ПБшка? Валентина Гарпия. Космо. И Суккуб. Это вообще отлично. Все-таки падает на английском сервере. Еще один фоба и бочка. Две имбы сразу. Рино. Суккуб. Мы пока не выбьем, не успокоимся. Так, 20. Это уже где-то приблизительно к 60к мы подходим. Я не знаю, слизни мы собрали или нет. Сейчас глянем. Афинка. Атлант. Купидона Сурик. Медузка. Феникс. Ну, это жестко. Дропает, конечно, очень круто. Ну, смотрите, пикси так и не словили. 13-15, ребят. 60к потратили, мы слизней так и не собрали. Вот, 14-й был.
Пикси, наконец-то Пикси есть и 15-й. Да, где-то 60к у нас ушло на то, чтобы собрать паладин суккуб. Но нам нужен просто ПБшка. Еще суккуб. Посмотрите, сколько суккубов падает. Фантом Кинг. Свален, нифига себе. Creation. Здравствуй, Creation. Еще одна пикси. Наконец-то пикси начали падать. Но нам нужен просто ПБшка. ПБшка. Повелитель бури. Чемпион. Creation еще один. Нифига себе. Нифига себе. Дракос, шаман. Эспирита. Ну, видите, по 150 тоже падает, если нормально нажимать. Варлок. И быстро. Бум. Ну, за 450 Дракос. Гарпия Фантом. Друид. Малышник. Бугимен. Скулкнайт. Есть, ребятушки. 90 тысяч у нас ушло. 90к, ребят. Целых 90к. Офигеть. Но мы собрали полностью фулового коллекционера. Чик-чик-чик. Вот так вот. Вот так вот мы собрали за 90 тысяч полностью всего. За 7 минут. За 7 минут мы собрали фулл коллекционера. Сейчас заодно с вами посмотрим на скин. На барда. Что он может. Вот такие вот плюхи. В принципе, довольно-таки неплохо. Печеньки. Три камешка. Давайте скин на барда вцепим. Одной посмотрим. А где там у нас в конце теперь? Ну, ему бессмысленно что-то качать. Я даже не знаю, что ему талантом. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Со скином. Так, вот такой вот у нас бардик. Поехали. Кинем его. Глянем на скин. Эй, ты где? А, я его, по-моему, где-то в тотем в прошлый раз запихнул. Нафига, я тоже не знаю. Вот так вот он теперь дамажит. Прикольненький герой, конечно. Мне он очень нравится. Вместе с оккультистами этим просто бешеные они. И с ворожаем. Блин, ему что сделаешь реально? Это просто неубиваемая троица. Смотрите, как он себя регенит. Обалденно. Самое главное, что у него нету привязки его таланта к энергии. Вот это самое основное. То есть, если мы сюда кинем еще ворожея и оккультиста, нам просто на все насрать. Это при том, что на них там не стоят суперпаты, они не дособраны до конца, но им просто пофиг. Три героя себе будут держаться на любой пачке. И все, все ни о чем. Вот так вот. Реально, это три самых их топовых героя на сегодня, которые в связке, комбо-связка, которую я показывал, ей нифига не страшно. Землеройки, там зефиры, фринки, фринки, сринки, пофиг, все пофиг. Реально, это три гера, которые просто делают сейчас всю игру.
посмотрите. Раз, два, три. На любую базу можно нападать. Единственное, я показывал там против топовых. Никого сейчас заатачить. Вот так вот, ребятушки, такой вот коллекционер. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.